Следующий вопрос касается сертификации транспорта. И вопрос мы обобщили в такой форме. Есть ли транспорт SkyWay уже сертифицированный по нормам Объединенных Арабских Эмиратов? Я хочу еще раз пояснить, что такое сертификация. Это ничего сложного. Ее почему-то все боятся. Сертификация — нет ничего сложного. Сертификация — это по-другому называется соответствие требованиям. То есть есть требования к транспорту, мы должны соответствовать. Вот и все. Требования к транспорту мы знаем. И знаем требования к транспорту в любой стране. И поэтому у нас нет проблем сделать транспорт таким, ну, струнный транспорт SkyWay, чтобы он соответствовал этим требованиям, естественно, был сертифицирован. Да? И поэтому работа, вот бумажная работа с документами и так далее, да, с испытаниями, с исследованиями, там, с протоколами и так далее, она ведется, она началась еще 2 года назад, а не сегодня, так, естественно. И она уже близка к завершению, потому что все, что нужно было, там надо было даже свои нормативы создать. Вот такие талмуды писать, вот такой толщины. Это все расписывать. Возьмите вот, там, я не знаю, на какую-нибудь кофемолку, или там на свечей печи, или на телевизор инструкцию. Она вот такая. Так у нас же тоже должны быть все эти документы. На подвижной состав, на конкретную модель. Причем это сложнее самолета. Тоже Юнибус, да, особенно высокоскоростной. На путевую структуру, на опоры, на сверочный период и так далее. Поэтому сертификация, она простая. Вот подготовка документов сложна. Так? Эти документы уже тоже на завершающей стадии для условий Объединенных Арабских Эмиратов, где там другой климат, где тоже песок, у нас снег, проблема, а там песок, который и пыль забивает, лезет, залазит в любую щель и выводит из строя любое оборудование, да? Где соль и в воздухе, и в воде, и все корродирует. Там можно просто на час положить вот металлический предмет на улицу, он за час заржавеет. Вот для этих условий, естественно, мы будем, в этих условиях будем сертифицироваться, так? И для этого, чтобы пройти вот эти этапы и быстрее, и соответствующим образом, то мы привлекаем и те организации, которые занимаются сертификацией и, ну, уже по нормативам ЕС, и Европейского сообщества, и Европы, которыми руководствуются и Объединенные Арабские Эмираты, в частности. И, допустим, тоже Монорей, это метро, которое построено в Дубае, оно сертифицировано по европейским нормативам. И этим занимался Siemens, компания Siemens, немецкая компания. Да? Поэтому это тоже работа сейчас близка к завершению. И окончательная точка уже в сертификации будет поставлена тогда, когда мы построим тестовую трассу и изготовим и на тот подвижный состав, который будет эксплуатироваться уже в проектах, в адресных проектах. И проведем пусконаладочные работы и подтвердим экспериментом, что мы соответствуем этим требованиям. Требования эти известны, и они заложены в проектную документацию, естественно, в изготовление. Поэтому, да, скоро у нас будет сертификация уже по нормативам, которые действуют в Объединенных Арабских Эмиратах, но это нормативы, на самом деле, европейские. Понятно. То есть выводом можно сделать такое новое понятие. Правильнее спрашивать не о сертификации, а о соответствии да. нормам безопасности. Ну, вообще, в первую очередь, конечно, безопасности. Но, ну, смотрите, вот, допустим, все понимают, что маломобильные люди вот, на инвалидных колясках тоже должны ездить на транспорте. Да. Так что такое соответствие требований? Это не безопасность для инвалида. Ну, представьте, вы сделаете дверь 600 миллиметров, а коляска 800 метров ширмой. Он заедет вообще в машину? Нет. Нет, конечно, да? Но есть требования, всего лишь. Это не связано с безопасностью. Дверь должна быть не менее 800 миллиметров ширмой. А мы делаем 1200 миллиметров. Ну, наверное, коляска въедет, да? Легко. Так таких требований много. И надо там думать, что какие-то страшные требования. Если я еду в транспорте и захочу читать книгу, так, наверное, на уровне вот таком уровне я должен видеть текст. Наверное, должна быть освещенность, должна быть определенная, да? Столько-то люкс. Так это требование. Естественно, мы делаем освещение, чтобы это требование выполнялось. Если требование
безопасность, потому что он не идиот, возьмет, что-нибудь закурит или спичку там зажгет и бросит, и все это загорится, и тем более на втором уровне, да? Поэтому есть требования, опять же, не горючий материал. Ну, типа, не персидский ковер, да? Да. А определенный, ну, причем там требования, чтобы ты не спичкой зажег, а, допустим, паяльная лампа не мог зажечь в течение 5 минут. Угу. Понимаете, вот такие требования, да? Так это, опять же, соответствие требованиям всего лишь. И мы все знаем. Там нет супер каких-то, которым нам скажут, вы знаете, вы не сертифицируетесь. А вы знаете, что у нас еще такое-то требование есть? Такого не будет. Мы все требования знаем. Что, вот здесь требования, а там требования? Такого не было. Факир там что-нибудь достанет, и говорит, а вот этого не знаете, потом не сертифицируем. Понятно. Такого не будет. Star Club. Возможности безграничны.